Любая вещь, связанная с Кораном, становится великой. Ангел Джибриль спустился с Кораном и стал господином ангелов. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, которому был ниспослан Коран, стал господином первых и последних. Община Мухаммада, которой был ниспослан Коран, стала лучшей общиной. Коран был ниспослан в месяц Рамадан, и он стал лучшим из месяцев. Коран был ниспослан в ночь предопределения, и она стала лучшей из ночей. Клянусь Аллахом, помимо которого нет иного Бога. Если Коран поселится в сердце человека, он станет лучшим из людей. Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Лучший из вас тот, кто учит Коран и обучает ему других». Если Коран появится в твоей жизни, то день, в котором ты живешь, станет лучшим из дней. Лучшие твои дни – это дни, которые ты проводишь с Кораном.